Надо обязательно пытаться участвовать. Даже не пытаться, надо участвовать. Конечно, сидя дома, кажется, что все уже давным-давно решено, и что я точно ничего не выиграю, и даже пытаться не буду. А еще больше лень, сессия, усталость. Нет, надо пытаться, потому что это действительно архишанс. Такое, ну я не знаю, где на протяжении последних 3 лет, когда такое было, что проводился конкурс среди студентов, и в качестве приза гарантировалась стажировка в крупной компании в течение месяца за рубежом. Ну где еще такое было? Ну, очень было бы глупо этим не воспользоваться, поэтому надо обязательно участвовать.